Здравствуйте, уважаемые боговоды. Сейчас мы вам покажем, как быстро и легко меняется калибровка руля на всем уже известный опять FL. Смотрите, вот это, сейчас мы на нее залили прошивочку от TTRS. Естественно, была она штатная, стоковая. Теперь мы хотим попробовать вот от Octavia. Взяли такой же вот опять, только RS-ки. Вот. То есть мы выбрали файл. Вот это у нас залит. Сейчас можно свериться с нашим блокнотиком. То есть вот наротной номер блока нашей машины. Вот 1К09091-44П. Это номер, по сути, вот этого серватроника. Там, или как там, электронной рулевой рейки. Сейчас у нас тут галочка стоит. Вот это. Это у нас... сейчас, секундочку. Это у нас вот 74Н2. Да, это у нас от ТРС. ТРС. А мы хотим попробовать сейчас залить от Octavia RS. Вот, все. А, ну нас спрашивают про лоб. Вот, видите, у нас там что-то загорелось, все, ошибочки, неисправности. Прошивка занимает 5 килобайт, флешится очень быстро. Вот, как бы, да, выключить и включить зажигание. Мы зажигание выключаем и включаем. Вот, у нас там какие-то ошибочки горят еще. Мы нажимаем ОК. Ну и надеемся, как бы, да, вот так, ага. Что-то она думает. Так. Ну вот и в принципе. Сейчас приз switch опять у вас просит выключить, включить зажигание. Выключили, включили. Ошибочки какие-то горят у нас. Вот теперь она нам предлагает очистить ошибки памяти устройств. Все. Ошибки стерлись. Вот. Мы два раза перепрошивали, это второй раз. Окей. Как бы можно ничего не закрывать. Запускаем мотор. Ну и смотрим руль. Ну что? Отличается? Ну да, тяжелее стало. Вот это RS-очный. От RS-ки Octavia. То есть это тяжелее стало. А как? Ну это пошатать его, не знаю, как это можно. Не знаю, как видно. Как если мы сейчас на ТТ назад, не будет видно, да? Ну что, оставляем от РС или все-таки ТТРС зальем? Ну, пока покатаем такой, потом поставим ТТРС, попробуем. Ну вот, как вы сами видите, все просто. Поэтому давайте, с вами был СБА, Павлик Морозов. Так что, кто хочет обновить руль, не за 3000 рублей, а гораздо, да, как бы на других условиях. Обращайтесь, сами видели процедуру по времени, сколько занимает. Passat B6 аналогичный, как бы, туда же. Ну и любые другие блоки. До скорых встреч, подписывайтесь на канал YouTube.